Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами я, ваш верный друг, перекормленный Гречен, и сегодня наш разум в очередной раз потрапезничает такой необычной и интересной историей про нашего пепельноволосого Dead Inside'а. Я хочу пососать писюн. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что во Флотзаме дела идут с глаз долой, из рук вон плохо, Лоредо кошмарит народ, заодно крышует всякую быдло шушеру и просто ведет себя как типичный лысый жлоб. Вполне возможно, ведьмаку стоило бы заняться лысым лично, но ныне у него на повестке дня немного иные цели. Если вы вдруг не забыли, ему так-то еще Кирана убить надо. В общем, дел полным-полно. Так сказать, в лес, да в Skill Factory. Только в Skill Factory ты сможешь стать клёвым и четким разработчиком игр, профессионалом. Например, ты сможешь с легкостью разрабатывать игры на движке Unity. Почему именно Unity, спросите вы? Unity — это популярнейший движок, на котором разрабатывается большинство игр, а также игры мобильные и инди. Курс в первую очередь ориентирован на новичков, обучит всему буквально с нуля. То есть даже если ты полный нуль в этом деле, ты все равно сможешь спокойно заняться обучением, рожу будет все максимально понятно и, что самое главное, интересно. Это тебе не за партой в тетрадку конспект переписывать. К тому же за время обучения ты сможешь залутать лютое портфолио, в котором будет 6 игр. 3D Racing, 3D Platformer, Space Shooter, Tower Defense, танки и 3D Shooter. Увидев подобный опыт за плечами, тебя оторвут с руками, ногами и другими частями тела. Плюс ты сможешь реализовать свой собственный проект вместе с опытными менторами. Ты, кстати, слыхал, какая средняя оплата разработчика? 120 тысяч! А учитывая растущую потребность юных умов в данной сфере, я тебе гарантирую, что работодатель тебе скажет: я вижу, ты норм, чел, ты на районе пацан не последний, ты принят. Ну а теперь серьезно, Skill Factory — это норм тема, по отзывам все классно, качеством люди довольны, да и сервис точно знаю, не лукавит, поэтому максимально рекомендую. Skill Factory! Получи скилл матерого разраба, сделай свою игру мечты и начни зарабатывать на любимом деле. Сейчас действует скидка на сайте в 40%, а по промокоду BB получи крутой подарок при покупке: подписку на один из игровых сервисов на год, PS Plus или Xbox Game Пас на выбор, поэтому скорее переходи в описание и записывайся на курс уже сейчас. Это хаос. Люди не знают, что думать, не знают, кто плохой, кто хороший, а времена сейчас нелегкие. Кто знает, что из этого выйдет? Для начала, дабы понять суть хурмы речной, гений из Ривии стоит поболтать с местным санитаром леса, эльфом Седриком, который обосновался аккурат за стенами города. Имба, Эльк. Уже почти год. Морель была бы рада такому дню, Сигерим. Радуйся и ты памятью о ней. Не изводи себя. В данный момент он вместе с другим эльфом обсуждает давнишнюю пропажу эльфийской девушки. Оба не знают, куда она делась, или же делают вид, что не понимают. Я вот, например, делаю вид, что не вижу, как люди в Твиттере лайкают Футанари Порева. Именно с этим эльфом Геральту надо бы по-братски перетереть. Ты Седрик? А кто спрашивает? Геральт из Ривии. Ведьмак и... Трис Меригольд. Ты прекрасно пахнешь, Трис. Прямо как свежепомытые бетонные полы. Если быть кратким, то Седрик — самый настоящий эльфийский олд, который умудрился за свою долгую жизнь настолько преисполниться в познании, что вместо того, чтобы стать Скейтейлем или свалить на все четыре стороны, он, подобно Чаду, решил остаться во Флотзаме и буквально стать местным алкашом. И что самое забавное, алкашом полезным. Все-таки кто ты такой? Я предостерегаю людей от опасностей, затаившихся в лесу. А точнее? Я уже стар, даже по эльфским меркам. Но этот лес гораздо старше. Я живу в нем много лет и просто понимаю его. Не могу этого объяснить. Иногда я ошибаюсь, и тогда люди не возвращаются. Ты помогаешь людям? Я просто знаю, можно выходить за ворота или нет. Я однажды после Бухича проснулся в лесополосе, только вот лесным знатоком меня это не сделало. Геральт опрашивает эльфа насчет Кирана, а тот же ему отвечает, что, мол, раньше надо было резать, а сейчас он большой, как многоэтажка, а его щупальца, как велодорожки. ХЗ, как ты его бить будешь? Он недавно корабль утопил. Сходи, посмотри, что от него осталось. Может, следы какие найдешь. Но деваться некуда. Следует эти обломки исследовать. Глядишь, чего интересного найдется. На осмотр корабельных черкашей ведьмак вновь идет с магичкой рыжей. И она в самом деле оказывается полезной, ибо с помощью своих колдунских фокусов исследует последствия жизнедеятельности чудища. Ну там кал, выделение, харчки после снюса и скриля. Выводы оказываются весьма интересными. Он болен, Геральт. Этот монстр умирает. Ура! Сколько ему осталось? Несколько лет.
Лет 10. Нет, не ура. С ее слов, эта скотина отожралась и люто мутировала. Случилось это либо вследствие неких экспериментов, либо же кто-то опять весь растишковый просрак в реку слил. Плюс она ядовита, как пердеж после чудо-молока. Причем ядовита настолько, что ведьмаку даже и у ведьмачий иммунитет не поможет. А потому Геральту следует сварганить особый эликсир из тени Коста. Вот рецепт эликсира. А мне пора заняться своими делами. Ты справишься без меня? А то... До свидания. Что ж, это, конечно, лучше, чем ничего, но даже с такими знаниями ведьмак чует, что Кейран ему сфинктер разархивирует. Поэтому ныне необходимо совершить некоторые подготовления. Во-первых, у Седрика крафтится особая ловушка на Кейрана, деталь от которой была найдена на даче у Лореда. А во-вторых, надо найти тот самый тинни-кост, из которого можно сделать эликсир. Вообще, Рофл ради подмечу, что эликсир можно спокойно варить и без тинни-коста. Достаточно странный, сратый момент. Скорее всего, недочет CD Projekt. В данном случае, давайте будем следовать канону и отправимся за данным растением, расположившимся аккурат в темной пещере, полной нечисти и очень опасного пропердыша. Епикаей, наперделочь. И конкретно теперь можно наконец-то скооперироваться с Шалой. Как успехи? Трис утверждает, что Кейран создан магией. Нихуя! Она права. Нечто настолько огромное не смогло бы возникнуть в этих водах само по себе. Похоже, это последствия какого-то неприятного эксперимента. Тварь стремительно растет. И, видимо, так же быстро состарится. У меня есть все, что нужно. Пойдем. Отлично. Идем. Two hours later. Ты готов? Мне кажется, или ты накрасилась? У всех свои ритуалы. А почему? Бабка съела ветчину, что ты спрашиваешь? По плану магички, она с помощью магии вытащит тварюгу на берег, где Геральт уже тупо в соляного будет ломать монстру рожу всеми силами и правдами. И... Честно говоря, это самый ущербный босс-файт в моей жизни. Причем говорить про него особо много не надо. Шала вытягивает негодяя на берег, а Геральт же, будучи обуханный зельями, отрубает ему щупальца, обваливает на него кусок моста и взрывает. Вот настолько все просто звучит на деле, но, как обычно, самая суть скрыта в мелочах. Первая фаза боя состоит из заманивания щупальц чудища на знак Ирдан. После этого конечность станется, и Геральт совершает ампутацию, подобно орочьему Мэтт Доку. Правда, тут имеется нюанс. Сейчас я его убью, смотри, сейчас он будет сосать хуец у ебища, бля. Тварь, да? Ой, бля... Пизданули. Геральту вполне может помочь та самая ловушка на Кейрана, чья основная функция... просто отрезать одно щупальце чудовищу. Вау. Это буквально того не стоило. Я еще понимаю, если бы щупальце было сложно коцать, так ведь нет. Я осознаю, что данный босс-файт вдохновлен играми а-ля God of War, ибо даже квик-тайм-ивенты есть. Кстати, выбор для примера достаточно плох, ведь те же босс-файты в классических богах войны тоже далеко не шедевр, и при всей своей масштабности и киношности достаточно бедны на механике и мелкие нюансы, но даже при таком раскладе битва против Кейрана выглядит дешево и максимально заскриптованно. Сюда тебе идти нельзя, от этой атаки не увернешься. Следуй неведомым тебе правилам, потому что иначе ты умрешь, потому что не прав. А почему я его убить? По итогу Геральт контузит Кейрана, а затем эффектно засовывает ему гранату, которую я вообще впервые вижу, прямо в отверстие. Бедолага. Что? Вы видели этот взрыв? А почему Геральт на постоянке таким стафом не пользуется? Бомба Геральта даже и близко к такой новой мощи не приближена, а почему эта взрывчатка... Она даже не обсуждалась перед боем. Уж она-то куда эффективнее оказалась, чем сраная ловушка на Кейрана. Ныне же Геральт и Шала перекидываются парой слов. У нас получилось. Неплохая битва, Геральт.
Это подлюка меня поцарапала. А вот это явно не моя проблема. Их диалог буквально можно уместить в пару фраз. Но я пошла отрезать Кирану чресло на редкие настойки. А я пошел за награды от мамкиных экономистов. И все. На этом проблема с Кейраном решена. Разговоров-то было. На самом деле, после этого далее по квесту пока что идти неохота. Лоредо, Йорвит, да пошли не в густ. Я лучше пойду дальше допы поделаю. Я поговорил с комендантом. Похоже, нелюдям во Флотзаме ничего хорошего не светит. Этот сучонок только и ждет предлога. Любая провокация со стороны Йорвита, и Лоредо устроит резню. С чего ты взял? Сам слышал. Лоредо как-то ночью шатался в порту. Разговаривал сам с собой. Пьяный как тролль. И смердело от него не лучше. Говорил, мол, новые порядки, мир для людей, все такое. Смеялся, орал что-то в сторону тюремной барки. Эта гнида точно что-то замышляет. Например, на реке остались обломки корабля, который разломал Кейран. В нем находится письмо, в котором говорится, что далее по реке разбился другой корабль с ценностями. И... в общем, корабль этот мы гораздо позже по игре найдем. Если бы я об этом в первом прохождении знал, я бы не облазил всю карту в течение 5 часов. Куда важнее сейчас то, что письмо мы можем отправить через королевскую почту. Далее получателю. И именно на этом моменте Геральт имеет честь познакомиться с родственником Лоредо, Людвигом Мерсом. Ты кто? Королевский управляющий. Слежу за поставками провизии во Флотзам, за состоянием укреплений и прочими подобными вещами. Значит, награду за уничтожение чудовищ выплачиваешь тоже ты? Именно так. Для начала заполни формуляр N12 и отнеси его... Не надо мне. У меня иммунитет. О, ну что ж. Доска заказов висит перед постоялым двором. Удачной охоты. Честно говоря, невнимательный игрок даже и подозрения не заимеет, что этот типок может быть ублюдком, который заведует продажей Фистштаха, является бывшей саламандрой и вообще по натуре хуже перекупа. Уж больно он приятен в общении. Почему Лоредо назначил награду за голову тролля? Комендант Лоредо заботится о благе Флотзама. А тролль заботится о мосте. Это опасное чудовище. Кроме того, он не отчисляет налогов с собранных податей. Вот так, блин, и живем. А еще с помощью Аксия можно уломать его, дать доступ к королевской почте, где лежит письмо с отчетом, в котором тот яро защищает Лоредо от начальников и говорит, что все у них тут хорошо. Эльфов нет, врагов нет, лишь тишь, уют, елда и брют. Короче, симпатии к ладзадским чиновникам мы пока что не наполняемся. Зато мы наполняемся любовью к разрабам за очередные второстепенные квесты, которые порой вызывают всплеск положительных эмоций не хуже, чем от тарелки пельменей. Помните тот амулет несчастья, который Гербель получил от Рубайл? Вы не поверите, но он нам так и пригодится. Суть в том, что тут недалеко обитает одна травница. Когда ты рядом, начинает дрожать мой медальон. Он предупреждает, что ты получишь по морде, если будешь распускать руки. Понял, не буду. Которая на деле куда более магичка, чем та же Трис. Но она это активно скрывает, потому что IQ как у человека, а не эклера с сараем между ляжек. Я не собираюсь тебя выдавать. И не собираюсь бегать в лес, чтобы поглядеть, как ты голый пляшешь вокруг алтаря Виапатиса. Да как ты смеешь? Я просто хочу купить у тебя травок. Травок? Травок лекарственных для личного пользования. В обычной ситуации Герц не мог бы заторговать, однако совершенно внезапно она положила свой червивый глаз на околомагическую побрякушку. Взгляни на эту вещицу. У меня есть подозрение, что с ней что-то не так. Магия в нем есть, без сомнения. Я бы купила его у тебя. Ага, сейчас, блин, подумал Геральт, и очень даже зря. Дабы не быть многословным, я сразу скажу, что ведьмак может ей этот амулет продать и получить бабос. А может попробовать вместе с ней расколдовать, ибо, по словам бабищи, этот некогда великий амулет давал мощную силу и могущество богов, а потом его за каким-то хреном закараптили. Это не обычный амулет, это сердце Мелители. Могущественный артефакт, по крайней мере, раньше был таким. Похоже, что амулет был сделан во времена сопряжения сфер. Тому, кто его носил, он давал нечеловеческие возможности. Но не всем это нравилось. С помощью какой-то темной силы амулет заколдовали, и он утратил свое могущество.
Понимаю. В общем, его откарабтить надо бы. И это тот еще гемор. Начинается все с нужных ингредиентов, которые стоят просто срань как дорого. Конечно, мы можем их найти, но, допустим, рядовой игрок вряд ли в курсах, что глаза одной твари мы найдем лишь далее по сюжету. Блин, надеюсь, эти траты будут стоить того. Ныне вместе с бабой алкаш идет в лес к святилищу древнего бога. Немногие отваживаются заходить в этот лес. Особенно ночью. Белок я не боюсь, а против чудовищ у меня есть свои приемы. Это место скрывает такие тайны, которые даже ведьмакам не снились. Пока что главная загадка для меня — это ты. Именно тут баба будет активно колдовать, а Геральт в это время будет отбиваться от неубиваемой орды очень мощных призраков. Орда, кстати, настолько неубиваема, что по-честному на бой может уйти час на харде. А не по-честному, я просто закидал твари кучу бомб. И по сути я на все потратил около 200 монет. Клёво, чё? Взрывай, взрывай, мы ж миллионеры! Получилось? В сердце Милетели вернулась прежняя сила, я чувствую. Я не подозревал, что ты способна на такие обряды. Думал, раз я деревенская ведьма, то только и умею, что раны хлебом с паутиной залеплять. То, что ты сделала, ближе к настоящему чародейству. Чародейки, ученые книги, школы магии, что они понимают? Магия, ведьмак, это трепет сердца и запах мокрой трухи. Это боль под животом, от которой ты вопишь и плачешь. Когда лемех обходит гнездо полевых мышей, когда люди до криков любятся под молодой луной, когда льется кровь и течет сладкое молоко, вот это магия! Я все это пережила, все видела. Я могу этим управлять. Я не поменялась бы своей силой и своей судьбой ни с одной чародейкой. Не уверен, что я правильно понял. Но я действительно восхищаюсь тобой. Возьми этот амулет в память о нашей встрече. Но он был нужен тебе. Ты помог мне его расколдовать и не потребовал ничего взамен. Великодушие — редкая черта. Сердце Милетели снова приносит удачу. И я думаю, тебе она пригодится больше, чем мне. Спасибо. Заходи, если что понадобится. Не так страшна ведьма, как ее малюют. Но надеюсь, по итогу хоть амулет реально будет давать мощные статы. Ну там, атаку, защиту. Иначе я просто... На этом доп-квесты кончаются, и мы наконец-то окончательно прыгаем на рельсы главной сюжетной ветки. Какие новости, ведьмак? Я убил Кейрана. Мы с Шалой вытащили его на берег, зажали под мостом и взорвали. Я слышал. Я так понимаю, Лютик и Золтан свободны? Конечно, как договаривались. И хера у меня, кстати, реально два. Наняла Реда снимать все обвинения Золтана и Лютика за то, что мы убили Кейрана, а Геральджа наконец-то может выйти на след Йорвита. Правда, перед этим неожиданно до Белоголового докапывается Трис. А вот и ты. Как там в гостях у господина коменданта? Он может помочь нам. Или заковать в цепи и сбросить в реку. С ее слов, на барке держит правую руку Йорвита Киарана. Появляется внезапная идея допросить его. Чур я за шваброй! Пущать не велено! Я выполняю распоряжение коменданта Лоредо. Слыхал, сговорились вы, но... Тогда уйди с дороги. Ничего вы из него не вытянете. Умирай! Внутри же обнаруживается, что эльфы в очень тяжелом состоянии после побоев и пыток шутками рашен стендаперов, а потому Трис идет на крайние целительно-магические меры, которые хоть немного, да излечит больного. Ничего из этого не выйдет. Как бы не так, ублюдок. Я не предатель. Он бредит. Вадгерн? Где я? Во Флотзаме. На тюремной барке. Барка приговоренных. Это конец. И вот тут уже случаются внезапные внезапности, от которых у игрока должны закатиться глаза и вывалиться язык. В отряде Йорвита есть ведьмак. Оказалось, он ублюдок, как все тхойны. Что случилось? Он предал нас. Предложил мне договориться. Мы встретились там, где растут розы памяти. Розы памяти? Их теперь мало. Он думал, ради власти я предам брата. Никогда такого не видел. Ни один человек не может так быстро двигаться. Это была резня. Я принял первый удар. Он меня не добил. Это был Лето.
Я бы умер, но меня нашли люди Лоредо. Оказывается, Лысый Кукич предал Йорвита и хочет его убить. Он покалечил части ребят и самого Киарана, глава местных скейтелей, в опасности. И по сути, именно эту инфу Геральт может юзнуть, дабы вывести Одноглазого на беседу. Придется напомнить ему старую поговорку. Враг моего врага, мой друг. Предупреди его, Гвинблейд. Йорвит сражается, потому что умеет это лучше всего. Он Айн Сейтхе, настоящий, свободный. Один из последних. В этой борьбе есть смысл. Сейчас, как никогда раньше, есть еще надежда. О чем ты, Киаран? Надежда на что? На перемены, на завтра. Я его уже не увижу. Я умру здесь. Уйду туда, где цветут яблони. Предупредите Йорвита. Остров Яблонь оказывается триггером для памяти ведьмака, и его в очередной раз флешбэчит во времена своей смерти и Йеннифер. Внезапно он вспоминает, что на них напала дикая охота, которая похитила Йен. Геральт делает выводы некоторые, а Трис же в очередной раз хлопает ушами и приходит в восторг, говоря, что эльф сказал про розы памяти, они нам так нужны, 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 пойдем. Сейчас надо искать Йорвита, а не цветочки. Я могла бы вернуть тебе память. Ты уверена? Похоже на то. Чтобы не закрывало твои воспоминания, преграда слабеет. Если бы у меня был хоть один лепесток розы памяти, я сломала бы барьер. В будущем Трис так и не использовала розу памяти, дабы вернуть Геральту память. И конкретно в данный момент я совершенно по фасту поясню, ибо, ну, все эти романтик-моменты с Трис, прям, меня прям, ну, вы поняли. Они вместе идут к месту, находят статую и розы памяти. Вдруг приходят крестьяне, дабы все сломать, продать и запухать. Мы за нее получим столько бабла, что на месяц забав в борделе хватит. А то и на полтора. Откуда у этой бабищи столько денег? Небось, мужик ее взяток набрал, раз такую халупу строит. Да еще и на статуе остается. Мы ж ее не подымем, етицкая сила. Зачем целиком-то таскать? Отобьем ноги, потом башку и на тачку. Ты себе башку отбей, вахлак. Завали хэлло, манда. Вот это бан, блядь. Случается драка, в ходе которой эти двое падают в эльфийские купальни, где я уже очень ловко парирую возможный секси-тайм с рыжухой. Айн Сейтхе строили такие дворцы, когда людей здесь и в помине не было. Люди никогда не научатся чувствовать красоту так, как эльфы. Отсюда так просто не выбраться. Угу. Тут должен быть какой-то выход. Угу. Что ты так смотришь? Я испачкала лицо? Не-а. Ты о чем думаешь, ведьмак? Ни о чем, извини. Все в порядке? Да. Попробуем найти выход. За это я получаю перк. Правда, на поверхности ребята натыкаются на Скайтейли. Но и тут Геральт очень ловко избегает конфликты и возможные секси-таймы. Ай-я! Это эльфская земля, Тхойны. Таких, как вы, здесь ждет смерть. Мы не хотим драться. Мы оставим вашу землю с миром. Добрый! Плюет тебе в рожу, а говорит, что дождик. Скажи спасибо, что не сыт. И вот теперь наступает самое интересное. Попытка связи с Йорвитом. Конечно, Геральт мог бы попробовать связаться через этих ребят, но разрабы такую возможность не учли. Через того же Золтана будет куда надежнее. К тому же он очень забавно доказывает ведьмаку, что он, мол, не Скейтель. Я слышал, что ты знаешь местных Скейтелей. Это тебе какая-то жопа в шлеме сказала? Мне надо добраться до Йорвита. Знаешь что? Ты не думай, что у меня со Скайтаэлями все схвачено. Йорвит меня терпеть не может. Зачем тебе с ним видеться? Он знает, где убийцы королей. Йорвит? Я думал, он обычный бандит. Ладно, нечего тут гузно просиживать. Пойдем, расскажешь все по дороге. Я не бандит! Правда, его слова то и дело рушатся об его же другие слова, ибо оказывается, что его звали командовать отрядом Скейтейли. Что он то, что он это. А еще он, кстати, знает официально скейтейльский пароль. Пришли. Тут я с ними и встречался. Знаю. Они уже целятся в нас из луков. Что?
Не, Геральт, я знаю, что ты у нас чуткий, как журавль, но все-таки не загибай. Скажи пароль. Кому? Быстрее, они нервничают. Еркегор! Не вопи. Что вам нужно? Отзыв. Хайдегер, я задал вопрос. Веди нас к Йорвиту! Да не скаэтелья! Вкратце ребят заманивают на драку против мощного головоглаза. Геральт понимает, к чему это идет, и предлагает Золтуну побыть в стороне, но благо краснолюд на деле показывает, что он реальный браток. Давно я не дрался с головоглазами. А я рвать его мать и вовсе никогда! И об этом не жалею. Тогда жди здесь. Я тебе что, хер обвисший? Победа! А еще у меня появились глаза головоглаза, значит, я мог не тратить и 500 золотых квестей с амулетом, черт! Да, походу, ребята сами напросились, его появляется Йорвит лично, а вместе с ним его мужчины в трико. Прекрасное представление, Гвинблейд. Я только не понимаю, зачем тратить столько сил, если в конце тебя все равно ждут неравный бой и верная смерть. Я бы мог спросить у тебя то же самое. По идее, Геральт сейчас должен очень правильно подбирать слова, ибо его может ждать конец. Лето тебя предал. Он хотел сговориться с твоим товарищем Киараном. Киаран Аэб и Аснелин мертв. Его бойцы попали в засаду и были убиты 2 недели назад. Ложь долго не живет, Гвинблейд. Киаран сейчас на барке. Раненый, но живой. Он отказался помогать Лето. Его отряд заплатил за это жизнью. Если то, что ты говоришь, правда, Дхойне умрет. Но одних слов недостаточно. Благо, снова ловко пожонглировав, Геральту удается достучаться до сердца Йорвита, и тот предлагает сварганить многоходовочку. Возможно, ты лжешь. Значит, Киаран тоже лгал. Это несложно проверить. Посмотрим, что скажет Лето на твои обвинения. Где он? В руинах Калмевет. Он почему-то любит это место. Мой отряд будет нас прикрывать. Готовы? Они оба сделают вид, что ведьмак схватил эльфа и ведет его, дабы сдать лысому ведьмаку Лето. Я тебе, разумеется, не верю. Мои люди будут нас прикрывать, и если ты начнешь глупить... Я понял. Нет. Если ты начнешь творить глупости, они намажут тебе лицо медом и положат в муравейник. И ты будешь выть так громко, что услышат даже всадники бурь. Скажи, ты все делаешь с такими сложностями? Ну не может же ведьмак быть настолько тупым. На удивление, план срабатывает, и ведьмак ведется. Геральт из Ривии. Что бы это значило? Хочу поговорить. Ха, Йорвит, старый лис, все-таки попался. Я недооценил тебя. Скажи мне, кто ты? Ты вправду ничего не помнишь? Мне уже надоело отвечать на этот вопрос. Вот так-так. А я боялся, что ты спутаешь нам карты. Я Лето из Гулеты, убийца королей. Довольно шуток, освободи меня. Лето, с одной стороны, рад тому, что видит, а вот Йорвит нет. Зато Геральт хоть что-то интересное узнает для себя. Димавент, Фольтест. Кто еще? Кто вы такие? Мы уже встречались когда-то. Помнишь? Нет. А я никогда не забуду. Ты спас мне жизнь, Белый Волк. Мы дрались плечом к плечу, а теперь должны скрестить клинки. Убей я Йорвита пораньше, до этого бы не дошло. Зеррит и Эгон захлебнутся собственной кровью. Я так не думаю. Прежде чем Скаэтаэли в долине Понтера поймут, что ты убит, мои люди совсем разберутся. Зеррит и Эгон? Это кто такие? Дхойне. Убийцы королей.
Скаэтаэли помогают им в Нижней Мархии. Правда, внезапно данный диалог оказывается прерван. Нет нужды заканчивать дело дракой. Расскажи мне все. Довольно! Ведрай, Энли! Что ты делаешь? Скоро узнаешь. Совершенно неожиданно. Пред Ведьмаком встает тяжелейший выбор в его жизни. Куда сложнее, чем выбор между Трис и Шани. Выбор между Йорвитом и Роше. Дай мне мой меч! Именно в этот момент Геральт понимает, что ничего уже не понимает.